Ready? Yes. Okay. So, if early Christians так, если ранние христиане think that they're doing theology, if that's not the term they считали, would use, что они занимаются богословием, не пользовались what do they этим термином, think they're doing? То что же они считали, по их мнению, чем же они занимались? Что происходит, когда отец церкви или даже до него кто-то из апостолов встает для научения, для проповеди. For this we actually need to go back and we're going to spend this session in the New Testament and also in some of the early second century teachers. В назаветной эпохе. We'll look at the relationship. И посмотрим также на ряд учителей второго века и посмотрим взаимосвязь этих эпох. Если посмотреть на Писание, то в Писании можно усмотреть несколько категорий учения, научения в Новом Завете. Вот что приходит на ум? Какие категории учения библейского приходят на ум? Что можно назвать? Молоко? Ну, так, молоко и мясо, да? Okay. Правильно? Milk and meat were молоко и мясо. The categories that were used это вот те категории, которые, с помощью которых описывается то учение, то наставление, которое происходит. Okay. И in это fact, не случайное сравнение, на самом деле. Оно характерно для христианского учения. И есть целый комплекс метафор, который подобляет научение процессу еды. But you don't find milk and meat среди философов древних, среди философов первого века это сравнение было распространенным. Но вот именно сравнение учения с молоком и мясом, кушание молока и мяса, характерно именно для христиан. Философы говорили о том, что человек вкушает научение, какое-то наставление и может переесть. You find this often with people who go through school, where they read all sorts of books and they can kind of quote the book, but they don't really understand what it means. Человек из разных книг, разных цитат, но в сущности не понимает, что это означает. Философы сравнивали это с тем человеком, который пожирает информацию, но не в своей жизни не использует. То есть пища не становится, не нарастает мясо, кости, а просто выбрасывается из организма. A common understanding among the philosophers, среди философов тогдашних это было достаточно распространенной метафорой, что когда человек чему-то учится, научается, то нужно это переварить, то, что ты изучаешь, чтобы затем использовать в своей жизни. Среди ранних христиан существовало похожее понимание, но оно отличается, потому что есть более крупный комплекс метафор, относящийся к этому, в который вписываются и метафоры молока и мяса. И вот этот большой комплекс метафор, его можно увидеть на протяжении всего Нового Завета и далее в произведениях отцов церкви. И метафоры эти такие, что Слово Божие рассматривается, подобляется семени. Здесь мы видим прямую отсылку к учению самого Иисуса. Forgive being explicit here, but the same word, sperma, что здесь я говорю о таких интимных вещах. Вот одно и то же слово «сперма» обозначает то семя, которое сеет землю, и, собственно, сперму. То есть это жидкость, содержащая сперматозоиды, которые затем потом рождаются дети. И вот эти метафоры о сеятеле, который сеет семена, и Слово Божие – это зерно, бросаемое в землю. В наших терминах можно сказать, что это как ДНК новой жизни, в том слове, которое воспринимается человеком. Сердце – это та почва, в которой сеется зерно. Но также в Новом Завете мы обнаруживаем
for horticulture, что используются метафоры, связанные не только с земледелием, and но so, for и instance, именно с биологией. Например, in the opening of the Gospel of John, в начале Евангелия от Иоанна, you have the picture of the Word of God as being like sperm that creates a new human life. Как вот семени, такое, которое творит новую жизнь, из которого рождается новая жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 12 и 13. «А тем, которые приняли Его, Логос, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, who were generated, не от хотения мужа, но от the, Бога the родились. Word in Greek can be used of giving birth, то есть то же самое слово в греческом используется и from the male side. И по слову родиться имеется в виду, и вот когда женщина рожает, и когда зачинает. It takes the Я не знаю, как в русском переводе, в английском обычно переводится это именно как вот, что как женщина рождает. Но здесь, на самом деле, метафора связана с мужским действием, blood, с зачатием. Not of the will of the flesh, который не от крови, не от хотения плоти, right? Nor of the desire не от хотения of a male, мужа, но от Бога родились. Right? But of God. Right? So, you have in the background... I won't go into it. You have ancient understandings of of how sperm is developed here. It's boiling of blood and so forth, right? But в основе этого древнее понимание того, как вырабатывалась сперма, закипание крови, но я не буду в это вдаваться. From the beginnings of biological life, здесь мы видим, when a man and a woman are together. Зачинается новая жизнь Богом, отличная от зачинания новой жизни биологической мужчины и женщины. Не только в Евангелии от Иоанна, но и в других местах, например, в первом послании Петра. Most of chapter 1 and into the beginning of chapter 2. Прослеживается она и в первой главе, и в начале второй главы. Let's look at... Давайте обратим внимание на beginning in verse 13 of 1 Peter chapter 1. 13 стиха первого послания Петра, первой главы. Gird your minds for action. Посему, возлюбленные, припоясавшись ума вашего, as obedient children, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. In verse 17, if you address as father, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon earth, knowing that you are not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with precious blood. And then in verse 22 and following, you get the generation metaphor. Вот мы видим как раз метафору, связанную с родом, с поколением. Послушание мысли, нечесть духа, очистив души ваших к неизменному благодолюбию, постоянно любите друг друга, очистив сердце, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. А что это за семя? The living and abiding word of God. Слово Божие, живое и пребывающее вовек. Дальше апостол говорит о том, что слово это пребывает вовек. И дальше, если перейти ко второй главе, когда вы возрождены Словом Божиим, начинается новая жизнь. Глава 2, стих 2. Like newborn babes, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. What you have is this extended metaphor complex. Итак, здесь вот where the word of God большой комплекс starts a new метафор. Слово Божие зачинает новую жизнь, и оно рождается. И когда вы рождаетесь, вы новорожденный, вы младенец, младенцам нужно определенное питание, so, не так ли? Infants need milk. They're not ready for solid food, meat. Не готовы к твердой пище, к мясу. And so it's because of this larger metaphor complex. Благодаря вот этому более обширному комплексу метафор, если будет время, я вас могу отослать к первой главе послания Иакова, там тоже. But once
Once you receive this new life and begin to grow, what you need to mature is first milk and later meat. Нужно молоко, а so what мясо. Sort of teaching Итак, is milk? Же, каким же научением uh-huh. считается молоко? Well, there's a few passages такое? Есть несколько мест Писания, о которых об этом говорится. А одно из них мы только что рассмотрели, первое послание Петра, глава 2. Еще два места Писания важные – это первое послание Коринфянам, окончание второй главы и начало третьей главы. Especially in и особенно второй отрывок – это послание к евреям, глава 5. Through chapter 6, 11, с 11 стиха 5 главы по 2 стих 6 главы. And so, let's look at what this milk is. Давайте посмотрим, что же понимается под этим словесным молоком, и мы тогда поймем, что такое молоко, что такое мясо. Чтобы понять, вот как классифицировалось ранними христианами научение, наставление. Послание к евреям есть на самом деле небольшой список с этим как бы оглавлением того, что есть молоко. Let's go ahead and read this passage давайте together. Прочтем сейчас вместе этот отрывок. We'll begin in chapter 5, verse 11. С 11 стиха 5 главы. Concerning him, concerning Christ, we have much to say. То есть о Христе надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he's a babe. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good from evil. Therefore, leaving the elementary teaching of the Christ, okay, here's where we get the content of milk, right? Итак, вот сейчас здесь содержание того, что понимается под молоком. Let us press on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead deeds, обращению от мертвых дел и вере в Бога. Of instruction about washings and laying on of hands рук, and the resurrection of the dead мертвых, and eternal judgment. And this will do if God permits. Сделаем, okay? What we get here in verses 1 and 2 is a little catalog of what milk was for the ancient church. And it's worth looking at. Okay? Стоит рассмотреть, что же под ним понималось. Что мы здесь видим? Основное содержание в чем заключалось? Первый пункт, что там? Right. Well, so there's basic teachings. Итак, основные наставления, начатки учения Христова. То есть, что имеется в виду? Такие самые основные самые основы учения об Иисусе Христе. No doubt is the teaching about the cross and resurrection and so forth. The way in which he redeems humanity, that would have been basic. And of course, Paul, think of another early Christian teacher. Павел, еще один ранний христианский учитель, первым посланием Коринфянам 15, описывает крест и воскресение как одно из первых вещей, которые он передал. But second, you find a kind of focus on moral exhortation, right? Leaving behind dead deeds, and trust in God, обратиться от мертвых дел, поверить в Бога, довериться Богу. Moral exhortation. Нравственное увещание. And so there's a focus here. On this way of life in following Jesus, and how one actually grows morally, takes on a different ethical character, нравственная жизнь во Христе, treats people in different ways, изменение жизни своей, puts behind them a corrupted way of life to live now with integrity and truth. Отложить прошлые свои привычки и жить целостной жизнью в истине. And then we find this
Затем baptisms мы находим учение о крещении, о возложении рук. Я думаю, что это все можно поместить в такую категорию основы. Основы церковного порядка, скажем, церковного устройства. Just basic things about самые основы такие того, как существует церковь, как она функционирует. И затем апостол говорит о воскресении мертвых и о суде вечном. Можно это назвать, скажем так, самой сутью. Самой сутью. Самой сутью или азами, лучше сказать, азами эсхатологии, азами того, что ждет в конце времен. То есть, иными словами, на что нам надеяться, чего нам ожидать? Не в каких-то подробностях, но самое основное. И интересно, что если посмотреть на вот такой каталог, I think this is probably shared across the early church. Think, for instance, of what happens when Paul has to leave Thessalonica after just a few weeks there. He writes back to them, and it's clear that they've received, they've heard of Jesus, who rescues them from the wrath to come. There's been a lot of moral exhortation, how to live a life of sanctity. Обещанию, как жить в святости. But there's misunderstandings about things here. Были недопонимания вот по пунктам 3 и 4. Церковный порядок. Кто-то жил совершенно бесчинно. Кто-то пользовался другими людьми в церкви. Кто-то просто лодырничал, ожидая, пока придет Иисус. И последнее, были недопонимания относительно последних времен. Почему? Я предполагаю, что Павлу пришлось бежать, прежде чем он успел закончить все это. И поэтому пришлось писать некоторые послания к Фессалоникийцам. Это вот остаток этого катехизиса, остаток молока. Это те азы, те основы, которые преподавались как некая первая волна после прихода. Людей к вере. Первая волна научения. Интересно, что и в первом послании к Коринфянам, и послании к евреям необходимо нечто для того, чтобы человек был готов к мясу, мог перейти от молока к мясу. Что должно произойти, прежде чем человеку можно давать уже другое наставление, другое учение, которое называлось твердой пищей или мясом? Давайте посмотрим. Я отметил тут пару отрывков в первом послании к Коринфянам. In 1 Corinthians chapter 3, в третьей главе, he says this. He says, "Brothers, I could not speak to you as spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to receive solid food. Indeed, even now you're not able. Why? Почему? You're still fleshly. Since there's jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking like mere men? And he goes on to describe this kind of competition within the church about which teachers they favor and they draw their identity from. I'm of Apollos, I'm of Paul, and so forth. So what is it? So what is it? That is the limiting factor. Что это такое? Это ограничивающий фактор, который в данном контексте не дает людям получить твердую пищу. Точнее, извините, это вопрос. Что же ограничивало людей? Что являлось ограничением для получения твердой пищи? What has to happen? Что должно произойти, чтобы люди могли начать ее получать? Go ahead and speak up. Погромче только. Зубы должны вырасти. They will have to grow teeth.
Okay, grow teeth. Да, yeah, зубы должны вырасти. So that's within the metaphor, but what is that referring это, to? Это мы продолжаем метафору, а если конкретно, что имелось в виду, что должно было произойти? Что? They should grow spiritually. Okay, spiritually. Oh, go ahead. To receive, to digest the milk that they have received. Right. And, okay, so when you digest the milk, когда what's that going to look like? То есть, когда вы молоко перевариваете, то что происходит? I'm going to put here, there has to be moral development. То есть, я напишу так, должно быть нравственное развитие. People have to grow ethically. Люди должны возрасти этически. It's the jealousy, зависть, and strife, зависть, it's распри, moral failure that is the reason why they're not capable of having, порядка, milk, of having meat yet. Не давали им возможность еще получать Now, твердую пищу. Flip back over to Hebrews Если and, вернуться and в look at that text евреям, in chapter 5. На тот текст, в пятой главе. Verses 13 and 14. Стихи 13 и 14. Why are they not ready for meat here? Почему там еще люди были не готовы к твердой пище? For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of justice, of righteousness. Because he's a babe. But solid food is for the mature, who, because of practice, have their senses trained to discern good and evil. In both cases, it's moral development. What limits the person's capacity to make sense of this deeper teaching that's going to be referred to as meat is the degree to which they've begun to actually live the life. Это that Jesus brings. Их способность начать and жить so, той жизнью, которую принес им Иисус. Among the early Christians, and this continues on up for the first centuries, you do not give deeper teaching to a person who has not yet begun to live the life, not just hear about it, but live the life of a Christian. Не просто слышал о Христе, а который не начинал жить жизнь христианскую. Мне кажется, что это очень мудро. Вместо того, чтобы нагружать людей новыми знаниями, им говорили, что вот когда ты послушаешься тому, чему мы тебя научили, тогда мы тебе еще что-нибудь расскажем. То есть должно быть нравственное развитие. Now, these basic teachings... Это эти основы учения, основное учение century, во втором веке are the sort of thing that are codified, are written down то, and passed on orally, кодифицировалось, записано well, было, передавалось естественно и устно, talked about as a rule of faith. Но записано и считалось так называемым правилом веры. I've given you, распространенный термин. Я вам раздал In your block quotes, ваших, one example of the rule of faith. Я привел один из примеров правила веры, который в изложении Иринея Леонского. The rule of faith is not a creed. Okay. Правило веры – это не символ веры, надо понимать. Formula. Это не какая-то конкретная вероучительная формула. Были разные версии правила веры, но во всех правилах веры описывалась основная сюжетная линия, скажем так, того Бога, которого мы видим в Писании. Это взято из книги Иринея Леонского «Против ереси», и я сейчас приведу вам это правило веры. И вы видите там все составляющие вот того основного учения о Боге и Христе. Церковь, хотя рассеяна по всей вселенной, даже до концов земли, но приняла от апостолов и от учеников их веру, вот такую веру. Она верит в единого Бога Отца Вседержителя, сотворившего небо и землю и море и все, что в них. И во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения. И в Духа Святого, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие и пришествие
и рождение от Девы, и страдания, и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти на небо возлюбленного Христа Иисуса Господа нашего. А также явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все. Итак, вот это уже азы эсхатологии, азы того, на что мы можем надеяться. Также будущее Его явление с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все. И воскресить всякую плоть Его человечества. In order that да пред Христом Иисусом Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца Невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных, и преисподних, и всякий язык исповедует Ему. И да сотворит Он праведный суд о всех. Так. The judgment Итак, and суд the resurrection, и воскресение. Right? So that he may send spiritual wickedness and the angels who transgressed and became apostates, together with the ungodly and unrighteous and wicked, and profane among men into everlasting fire. But may, in the exercise of his grace, confer immortality on the righteous and holy, and those who have kept his commandments and have persevered in his love, some from the beginning of their Christian course, and others from the time of their repentance. Либо от начала, либо по раскаянии дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу. Итак, правило веры правило веры было составлено, составлялось для того, чтобы подытожить то, что являлось молоком христианского учения, катехизисом. Иреней рассказывает о том, как составлялось это правило веры. Это было время, когда апостолы уже умерли, и были разные учителя, которые соревновались друг с другом в том, что они знают истину, так называемые гностики, которые заявляли о том, что знают какое-то особое учение Иисуса, и учили чему-то другому, каким-то ересям. И Ириней, Тертуллиан, другие писали, писали церквям, которые либо были основаны самими апостолами, либо апостолы долго жили там и преподавали, учили. И спрашивали у тех церквей, чему учили апостолы, и получали вот такой свод. И все эти своды с разных церквей совпадали, то есть существовало согласие в этих разных изложениях веры. И вот из этого сложился некий стандарт веры, правила веры. И считалось, что им пользоваться нужно как руководством для чтения Писания, для чтения Библии. В краткой форме там излагалась вся история Писания. Конечно, это было в то время, когда Новый Завет еще обретал свою каноническую форму, решалось, что в нем включать, что нет, все эти детали еще улаживались. Но это правило веры позволяло таким людям, как Ириней, принимать решения о том, какой текст следует включать в канон Писания, какой нет. Например, Ириней, проповедуя в Лионе, слышит, что где-то в какой-то деревне под Лионом кто-то представил Евангелие, написанное Петром. Конечно, Иринею очень увлечен, он хочет как можно скорее прочесть, услышать это Евангелие. Наконец, ему удается выехать туда, послушать это Евангелие. И когда он его слышит и говорит, что даже если это Петр написал, это в канон нельзя войти. Почему? Потому что там нету того научения, которое передано от апостолов. Например, не говорится о воскресении телесном. Точно так же он
мог опровергать различные гностические версии Евангелия на основе вот этого правила веры, переданной от апостола. Был один очень заметный гностик по имени Валентин, который во втором веке вел грамматический спор по поводу Евангелия от Марка. Основываясь на этом тексте, он пытался доказать, что Иисус не был распят, что на самом деле распят-то был Симон Киренеянин. И на самом деле, если чисто грамматически текст рассматривать, то это получается. Потому что действительно, в Евангелии от Марка говорится, что Иисус упал и заставили Симона Киренеянина нести крест, и когда доходится до распятия, там говорится, что когда пришли на гору, то там распяли его. И Валентин говорит, а кто, кого его? You know, it's supposed to refer to the last proper name. That doesn't have this outline. Если вы видите сюжет, который не следует вот этой общей канве о Боге, Творце всего и Христе, Искупителе, воскресшем в теле, и о Духе Святом, о том, что Он вернется вновь судить живых и мертвых. Если сюжета этого вы не находите, то тогда перечитайте еще раз. Может быть, вы там его не нашли. Если его там нет, значит, это что-то не то. Это правило веры подытоживает вот это катехизис, это молоко, и является путеводителем для чтения Писания. I've given you another для чтения Писания. Я приведу вам еще another quote here одну цитату from Irenaeus. Из Иринея. And it's his description of the way that these Valentinians this здесь он описывает, как валентиниане, гностики читали Писание. Is just as if one when a beautiful image, a mosaic of a king has been constructed by some skillful artist out of precious jewels. They should then take the likeness of this man, all the pieces, допустим, что образ чудесного царя создан из бриллианта, а затем кто-то разбирает эти бриллианты и из них собирает образ пса или лисы. И причем собирает плохо, неудачно. И потом утверждает, что это и есть прекрасный образ царя, который сотворил, скульптор. И указывая на прелесть изначальных бриллиантов, and by thus exhibiting the jewels, should deceive the ignorant who had no conception. Но вот эта красота самих бриллиантов должна обмануть тех, кто не видел изначального образа царя. И лжеучителя эти таким образом убеждают, что вот этот жалкий образ пса или лисицы – это вот тот изначальный образ царя, который был из бриллиантов, на который они разобрали, слепив из него жалкий образ пса. So they take all the pieces of scripture and use them, but they use them in the wrong way. Брали, выхватывали разные места Писания, но использовали неправильно. The milk. Почему? Потому что у них не было этого молока, не было правила веры, не было основы библейского учения. Они не пользовались руководством к чтению в виде правила веры. Так это все молоко. The big question then is. Далее серьезный вопрос следующий. А что же такое твердая пища? I think this is a good point. Я думаю, что это хороший. Хороший вопрос, но сейчас нужно сделать на этом перерыв, потому что вопрос этот серьезный.
И мы come back, посвятить we'll find out what больше времени, поэтому сейчас сделаем перерыв, потом рассмотрим понятие того, что такое твердая пища. В Писании нигде явно не рассказывается о том, что же такое твердая пища. Чтобы узнать, что понималось по твердой пище, нужно обратиться ко второму веку, потому что тогда впервые это было записано и изучено. Итак, мы это узнаем после перерыва.